Мур, привет, друг, это Зверько. Пока у меня не отобрали материнку с этого компа, я успею рассказать про новый режим, который готовят разработчики. Называться он будет «Опустошение», и должен доложить, мне он понравился. Для начала выбираешь, кем будешь играть из ограниченного количества персов. Берешь себе танка, бойца, убийцу, мага и стрелка. Но нет поддержки, ту же наду включили к магам. Тут же выбираешь эмблемы и дополнительный навык для каждого персонажа. Стартуем! Твой класс выбирается случайным образом. Стартуешь с третьим уровнем и сразу на передовую. Голограммы по углам — это кусты. По верхней и нижней линии идут крипы навстречу друг другу. Эти крипы содержат аквамарины, которых надо собрать 15 штук и более. Как это сделать? Убивать вражеского крипа и убивать вражеского героя. Когда герой погибает, он выкидывает все свои набранные аквамарины. Сколько у персонажа аквамаринов, видно по значку. Чем больше собрано на персе этих камней, тем меньше скорость передвижения и защита. Еще почти по центру есть два монстра бафа, а базы нет. Полечиться можно только в центре от квадратной голограммы. Как наберется 15 аквамаринов, пойдет отсчет времени до победы. Тебе надо будет удержать количество, если твоя команда лидирует, либо срочно сократить количество камней у врага, отчаянно бросаясь в бой. Благо, возрождение очень короткое. Во время отсчета все герои вражеской команды подсвечиваются на карте, то есть не спрятаться. А над тем, кто несет больше всех камней, висит дополнительный знак. Метка мертвеца, я бы сказал. За ним будут охотиться противники. Бой динамичный, веселый. Вообще, это может стать постоянным режимом, если сделать несколько карт. Это редкость, что режим мне понравился. На этом все, можешь насладиться геймплеем под музыку, не забудь подписаться, написать свои мысли по поводу режима и поставить лапку. По скриптум. Как некоторые подписчики уже знают, у меня сгорела моя материнка, и надо собрать 30 700 рублей для полноценной замены. Я буду рад, если поможешь мне и каналу соответственно. Ссылки в описании. Если что, не теряй после первого числа. Удачи, друг!